Это финал, мы дошли до конца, хотя и не так долго мы шли, всего 12 серий в этом сезоне, а мне кажется, они все будут по 12 серий, да? Короче, немного так у нас будет скоро приключений. Я так понимаю, что это последняя серия, в которой мы так неплохо кайфанем от сюжета, так потому страшно. что дальше будем продолжать, но я не могу гарантировать, судя опять же по вашим комментариям, что будет хорошо. Земля. Огонь. Тебе не страшно? Немножко, ну знаешь, немножко типа... тревожно. Немножко... Мне больше просто ощущение, что все сейчас опять заканчивается. Не люблю вот это вот, знаешь, расставаться. Воздух. Такое. Вода. Только Аватар, властелин всех четырех стихий, способен вернуть миру равновесие. Легенда о Коре. Авторы сериала Брайан Каниецко и Майкл Данте Демартино. Кора и Мака узнали правду о том, кто такой Омон. Он маг воды, маг крови и брат Тарлока. Кора и Мака решили проникнуть на митинг уравнителей и показать, что Омон мошенник. Тем временем Асами Болин и генерал Аэро идут к секретному аэродрому, где Асами надеется поквитаться с отцом. Книга первая. Воздух. Глава 12. Конец игры. Эти, они очень похожи на наши самолеты. Кажется, мы нашли секретный аэродром. Болин, когда спустимся, ты должен взорвать взлетные полосы. Самолеты не должны подниматься в воздух. Есть, капитан. О, генерал, генерал. А вы, ребята, ждите, когда мы спустимся. Нет-нет, останься. Такое, такая хорошая. Почему тут всюду столбы, а изгороди нет? Вовремя ты задалась этим вопросом. А я испугалась. А как они так... Слушай, у них прям технология прям совершенно на каком-то... Всё, Илон это... Маск. Здесь это Сатори. Такие красивые. Ну, постер вообще классный. Дизайн. Вот ОМОН, знаете, у ОМОНа есть... Они у ОМОНа, да, но там такой, знаешь, эффект. Он, они как-то странно. Они играют, с одной стороны, они смешали коммунизм и фашизм в одном флаконе. Да. То есть графику мы взяли коммунистическую, вот они прям, знаете... графика, мне кажется, похожа больше на фашистскую. Не знаю, ну, смотря где. Вот где начинаются там флаги, то есть дизайн... дизайн военной техники, она вся больше напоминает там Первый-Второй мировой, там замешку. Но вот брутализм, который в плакатах, он больше напоминает вот именно советские плакаты. Коммунистический этот вайб все равно чувствуется. Он все ощущается. Да. Театр. Да. Портреты. Я думаю, прям, знаешь, прям как будто какой-то, да. Спасибо всем вам за то, что вы со мной в этот исторический день. Хорошо, что он вот так руку сделал. Когда я был ребенком, маг огня погубил всю мою семью и покалечил меня. Это трагическое событие. Видишь, стало... это выдумка. Все, обманули нас. А мы с тобой берем это на полных нельзя щах. Нельзя этим политикам верить. Началом моего пути к уравнению мира. Это ложь, Омон. Или лучше называть тебя Ноатак? Прикажете ее убрать? Нет, не надо. Успокойтесь, Аватара, нам нечего бояться. Послушаем, что она скажет. Омон вас обманывал. Духи не наделяли его силой лишать людей магии. А сам он использует магию крови. Омон – маг воды. Это что за чепуха? Ты в отчаянии, Аватар. Небылицы обо мне – твое последнее жалкое усилие. Твоих родных не убивал маг огня. Отцом Омона был Якон, а его брат – советник Тарлок. Нет! Что?
На самом деле, это шокирующая информация. Какая информация? Это все профанации. Где доказательства? Вот все остальные. Ну, сейчас будут. В чем? Они, все они это... Не переживаю. Да какой? С прошлой серии мы узнали это от Тарлока, который сидит в тюрьме, который, опять же, мог это все выдумать. Мне кажется, Кора сейчас как-то вынудит его использовать магию. Правда, я не знаю, как это сделать. Они очень хорошо без нее справляются. Ну, это единственный способ. Блин, хоть одну бы зацепку, кроме Тарлока, доказать это все. Интересная выдумка, но я покажу тебе правду. Так он тоже пластику сделал. Смотри. Лицо. Вот что сделал со мной маг огня. Ну, так с ним мог это сделать маг огня, он долгую жизнь прожил. Сколько? 10 лет его не было, да, после того, как может, он сбежал. Может, у него была какая-то схватка с магом огня, и это произошло. Одно другого не отменяет. Может быть, там он свою... Может, он женился. Что-то так там... он про мать говорил, ну, когда он был ребенком. Он, у него, знаешь, такие... История все равно вымышленная. Тарлок мог нас обмануть, понимаешь? Он сидит чего в тюрьме. Чего Тарлоку нас обманывать? Я не знаю, братишка. Он такой хороший. Кто? Говорю вам, он является магом воды. Они не верят. У нас ничего не вышло. Мы сделали, что могли. Уходим отсюда. Я бы не спешил уходить, Аватар. Ты не увидишь самого главного. Тензин! Нет! И детей. Ну, слушай, это но выглядит... Он не успеет. Ладно, это выглядит как казнь какая-то публичная. Хотя это всего лишь лишение магии, это удалить зуб больной. Все, ладно. Ничего себе, для последних магов воздуха. Да, я просто... Все это выглядит как казнь, ладно? Это просто казнь. И воспринимается как казнь, но это не казнь. Это снова геноцид народа воздуха. Это не геноцид, это просто... В смысле, они лишают их силы. Но это больше не будет магов воздуха. Технически это не геноцид, потому что смерти не будет. Ну, как... Геноцид магии. Блин, когда тебя не берут на работу, можно сказать, что это геноцид твоего потенциала. Ну, Саша, это... ты правда не понимаешь, о чем я? Понимаю, но я точно, но я также понимаю, что это не убийство. Это... Какая разница? Но ощущается, для ощущается магов как это убийство. Тебя лишают. Нет, части тебя. Они бежали. Мы видели, как они бежали. Асами. Асами, я знаю, что обидел тебя. И прошу прощения. Но я верю, что однажды ты одумаешься, и мы снова будем вместе. Ты с ума сошел? Как я могу вернуться после того, что ты сделал? Мама тебя презирала бы за это. Как ты смеешь? Я мщу за ее смерть! Самолет готов взлететь, господин. Хорошо, уничтожить флот! Что? Все правильно, генерал. Я перехватил ваше послание капитану Буми. Я точно знаю, где он прячется. Как будем отсюда выбираться? Ты, конечно, не владеешь магией металла? Никак нет, генерал. О, Нага, иди сюда! Хорошенькая какая. Я думал, что Пак будет грызть опять 3 часа, как он это делал раньше. Зачем маг металла? У нас есть Нага! Надо... На самом деле дизайн очень классный. Аэропорт тоже сделан в стиле лучей, которые у него на заднем фоне. Все, я говорю, ОМОН у него или очень такой, знаете, хороший дизайнер, или он сам человек со вкусом. Я так переживаю. Я прям... Догнать самолеты! Вперед, Нага! Он похож на жуков. Ничего особенного, вилочный погрузчик Future Industries. Она молодец, что она это озвучила, потому что она первый раз у него забралась, и это было бы странно, если бы она такая, типа... Ну, ничего, ну, классно, обычная, ну, да, она, ну, такая, типа... обычная машинка моего отца. Йо, Iron Man.
Я думал, это Мака. Это генерал Айра. Я поэтому удивился, Мака же не умел. Сегодня я избавлю мир от магии воздуха навсегда. Амон, отпусти их! Можешь спуститься и попробовать мне помешать. Кора, он тебя заманивает. Плевать, их надо спасать! Аватару пора напомнить, какой силой я обладаю. Ой, нет, пожалуйста, нет! Где Пема и малыш? В тюрьме. А Бейфонг? Я не знаю. Давай, Тэнди. Наконец они дерутся по-настоящему, потому что вот магия огня все время как-то вот, знаешь, ой, как просто, знаешь, согреться, тепло. Они прям начинают прям, ну, насмерть биться. За мной, дети! Бегите, мы постараемся их задержать. Идем за мамой и малышом. Побег из тюрьмы! Ну, он должен использовать свою силу. Пропалиться? Да. Как он это сделал? Перепрыгнул. Он умеет прыгать, любит. Сейчас поняла, зачем у него здесь кружочек. Так, ну-ка. Ну, он мешает магии, нажимая на лоб. Сейчас пот упадет, конечно. Гениальный дизайнер. А он почувствует по поту, что там мак крови. Мак воды. Вот, видишь? Вот. Отпусти ее! Давай, Катара! Катара, вот сейчас нужна Катара, бабка нужна. Нет, она должна сейчас войти в состояние аватара. Я, ты чего, ни разу не входила в состояние аватара? Она же должна, Анг даже мелким мальчиком входил в состояние аватара, когда была проблема. Ну, знаешь, она не освоила, наверное, до конца. Хотя нет, Анг сразу мог. Когда это происходило? Когда Катаре, нашей Катаре грозила опасность. Блин, она должна сейчас войти в состояние аватара. Ради мудака Мака должна войти в это состояние. Мы ни разу не видели. Нет! Кора! Что? Не подействует! Она же тоже, она же маг. Она же должна как-то магом... Все это вода. Мне страшно, я не могу. Ты чё? Я же говорил, я тебя уничтожу. Чё? Все. Наша гипотеза о том, что это обратимо, официально подтверждена. Не может закончиться эта серия на том, что все остались без магии. Как? Но она должна... Она все еще аватар, понимаешь? Без магии она все равно с миром духов соединена. Да, потому что ее не убили в состоянии... Может родиться новый аватар. Так она сама по себе аватар, если она не умерла, новый не родится. Он просто будет как аватар-инвалид. Были аватар-инвалид? Ой, кстати, вот реально... Но самое главное, что дух-то не умер аватара. Дух не умер. Вот. Так вот я про это и говорю. Смотри, вот допустим, аватар получил инвалидность. Ну, четвертой степени. И катается на каталке все это время. Новый аватар не может появиться, пока этот не умрет. А он все, он привязан к инвалидке и теперь не может никак двигаться. Ой, по факту у нас первый аватар-инвалид. Аватар с повышенными потребностями. Все. С обычными, точнее, как обычный человек. И нового аватара не будет, пока он не состарится. Жесть. Да нет, все это обратимо. Это шутка, конечно же. Да понятно, ну а как?
Да, я тебе говорю, сейчас... Она должна связаться с миром духов. Анг сейчас, да, сейчас не говорит. Этой магии же научили Анга духи. А она должна связаться с миром духов. Да мне вообще духов. Кажется, что его никто не учил, он просто понял, как делать инсульт в башке, вот и все. Анга научила на черепашьем острове вот это вот. Обезьяна из машины. Он связался с духами, и духи ему сказали, как лишить лорда огня магии. Так мне кажется, я опять же говорю, что это совершенно разные Возможно, вещи. Возможно, духи знают, как обращать этот процесс. Это не тот же процесс, я убежден. Это разные вещи. Лишить магии и заблокировать ее, мне кажется, это вообще не одно и то же. О, нет! Он вообще-то долетел до этого самолета. Это Iron Man просто. Это очень круто. Это очень круто. Какой крутой дядька. Айра. А, дядюшка Айра. Да. Айра. Да что ж такое? Только не в статую. Да, в маску попадет. А, клево. Спасибо за помощь, Анг. Интересно, из чего сделана это? Из чего сделана эта статуя? Из бронзы, она уж типа окислилась, поэтому она такого цвета. Или это какой-то нефрит, какой-то красивый камень. Как это статуя свободы. Ну так я говорю, окислившаяся бронза. Не-не, она просто зубами сходит. Много такая сильная. Ой! Спасибо, Нага! Сколько она весит? 4 тонны? Хасами! Что ты делаешь? О, нет. Ты помогаешь людям, которые когда-то убили твою маму! Ты давно уже забыл, что любил маму! Ты переполнен ненавистью! Неблагодарная, дерзкая девчонка! О, жесть! Это как надо злиться на дочь, чтобы вот так вот быть одержимым этой идеей, чтобы напасть на нее. Какой козел! Он еще будет говорить, что я тебя спасаю от твоих собственных Какой мыслей. Какой козел! Фу, ладно, мерзкий отец. Ладно, все, там уже все поплыло. Но как это люди помогают людям, которые... Вообще, Мака убил, Кора убила, кто убил кто именно мать? Убил. Там, кстати, очень мутная история. Но опять же, это так... Блин, ну, правда, вся логика удивлюсь, такая... Я не удивлюсь, если он как-то косвенно виновен в этом. Обычно так... Во всем виноват муж. Теперь я вижу, тебя нельзя спасти! Охренеть! Он сумасшедший! Ты психопат! Он сумасшедший! Господин Сато! Вы ужасный отец! Ты чё, Он реально ужасный отец. Я на секундочку задумался. Я подумал, что ее реально она ещё убьёт. Я тоже. А еще на секундочку я задумался. Что она его убьёт? Нет, вот эта история с... Что? Ну, с спасением. Я всё переживаю. Я ничего не поняла. Я переживаю за ее отношения, давай так. Она же теперь с Макой никак. Ну...
А, ты думаешь, что она с Болином будет? Ну, возможно. Но... Да ну, не-не. Удивительно ужасный отец. Ну, он ее хотел убить. Почти убил, да. Почти убил, если бы не помешал Болин. Наконец-то ты потеряла силу. Амон. Все, что сказал Аватар, правда, верно? Я все видел, ты маг крови. Предатель! Я посвятил тебе жизнь! Да все. Все, конец тебе. Ты хорошо служил мне, лейтенант. Ну все, нет. Я никогда не задумывался, что с нами этот персонаж был на протяжении всего... Да, я очень всегда часто видела. Мы его узнавали только по усикам. И вообще даже было непонятно, что он занимает какую-то важную роль в иерархии. Ну, как бы он все время с ним тусовался. Странно, что он не успел никому сказать. Может, он выжил и расскажет все-таки всем. Да, мне кажется, он не умер. Мако такой молодец. Да, ладно, хорошо. Мако, мы еще такой мы его сразу. Ну ладно, мы его за отношения в некоторых моментах, конечно, за. Не, по факту сейчас он это прям вообще ситуацию, вытащил все. Моя магия. Все будет хорошо. Надо только отсюда выйти. Нет. Нет, она должна войти в состояние аватара. Должна. Браво. Как-то что-то сделать. Никто еще так не сопротивлялся моей силе. Даже не хочется лишать магии такого героя. Почти как... Нет! Воздух! Я говорил, что это так не сработает. Это невозможно. Я поняла. Я поняла. Она сейчас объяснит, но я ну. Давай. Она до этого не освоила магию воздуха, значит, у нее нечего было забирать. То есть он забрал, типа, землю, огонь и воду, потому что она, типа, ими управляла. А воздух она, типа, не использовала, и, соответственно, он не мог это забрать. Да? Хорош. Ну, сейчас вообще не то скажут. Не так сейчас объясню. Даже если нет, гипотеза хорошая. Маг воздуха? Я маг воздуха! Клёво! Ты аватар! Кайф! Смотрите! Смотрите! Вот туда, смотрите! Чё, он утонул? Что ты сделал с нашим вождём? Не-не, он сейчас могу... Это краска! Все это время это была краска. Он тейпами себе... Да. Блин, все было проще. Блин. Ну, вообще, наверное, это сложно, если бы это в реальности было что-то накрашенное. Для мультика, да, это, ну, как бы краска. А в реальности как грим. Ты так себе... Грим обычный, да, грим. Это легко делается. Типа просто скотчем себе сделал да, губу, да? Да, это легко делается. Ах ты, псина! Я говорила, он свалится. Там даже не надо было его никак дополнительно раскрывать, да, находить какие-то... Да, да. Он просто, чтобы себя спасти, себя сдал. Кайф. Смотрите. А где же маска?
Ну это прям странно, он же мог просто всплыть. Или, видимо, это когда ты задыхаешься, ну, конечно, он, видимо, инстинкт самосохранения, да. Может, только так это объяснить, что это прям совершенно палево. Как Иисус вознесся, блин. Что-то Мака прям вообще имбовый стал какой-то. Да вообще клёвый чел. Это мы его обнимаем. Наш перенос. Ну а так? Все кончено, брат. Прости за то, что я с тобой сделал. Отец направил нас на этот путь. Судьба столкнула нас. Я должен был забыть тебя еще в детстве. Будь со мной теперь. Нам дан еще один шанс. Начнем сначала вместе. Прошу. Кроме тебя у меня никого нет. Вспомнил, блин. Серьезно? Он согласится? Неужели Амон и тебя лишил магии? Эй! Зато ты маг воздуха! Брат... Не надо. Правильно, да. Я постою там. Тихо и молча. Прикинь, все остальные два сезона она будет ходить как маг воздуха. Серьезно? Это было бы классно, если бы остались последствия. Но это нет, прям по-взрослому ужасно. Было бы. Ужасно, нет, давайте как-то вернем. Ты спасла республиканский город. Но Амон все же ушел. Дядя Буми! Прикольно. Прекрасно. Узнаю. Это они братья. Узнаю. Теперь придется развлекать брата. А он не маг, да, Буми? Буми, нет, не маг. Нет, не маг, да, он теперь мы с тобой снова вместе, брат. Нам все... Ой, что-то прям сейчас такая... Сейчас он его утопит. Ну, Тарлок. Слушай, если так подумать, то, что он лишил его магии, это вообще... Ну, это жестко. Это малая часть. То есть ты, типа, лишаешь магии... По плечу. Да. Ну, типа... Да, он его утопит 100%. Да, ну, а так... Ну, а так... Я уже забыл, как звучит мое имя. Все будет так же, как и раньше. А, он их подожжет вообще? Йо, он тоже все понял. Блин, какой кайф! Я в шоке. Ой-ой-ой. Блин, ну это так было красиво, когда он заплакал. Ну, в смысле, он все понял. Думаешь, он понял? Ну, он заплакал прям в конце. Он понял, что, типа, они сейчас подорвутся. Ты видел, он слезу обронил. Ну, он обронил слезу, потому что такой, типа, ну, вот сейчас все будет хорошо. Блин, не знаю, мне кажется... Ну, я не отрицаю, что он все понял. Слушай, ну вот мы с тобой... Ну, бывает такое, ты чувствуешь, что что-то не так. Вот, да, вот, да, ну, да, что-то да, не да, так. Да. Вот ты прям чувствуешь. Блин, ну это жестко. Это очень трогательно, на самом деле, потому что, ну... Слушай, мне прям эта сцена прям прошибла. Я не да, знаю, да, мне прям это очень сильная очень сцена. Сильная. Мне кажется, что... Не обязательно, что ты до сознания это дошел, но ты... По факту это их мог... так искалечил их отец. Что они уже как освобождение это могли воспринять. Ну это ж вообще он, капец. Ну он сказал, все будет как раньше. Да. Так вот. Жесть жестко. Блин, за что айфон? Катара! Катара такая, вот вам ваши силы. Вообще, на самом деле, я всегда знала, как это работает. Я испробовала все, что знаю. Но
так и не сумела вернуть ей магию. О, нет. Но вы же лучший целитель в мире. Попробуйте еще раз. Простите, я ничего не могу сделать. Кор – маг воздуха. Но связь с другими стихиями оборвалась. Чё? А, связь с другими стихиями. Все будет хорошо, Кора. Нет, не будет. Да не заканчивайте так сезон. Наоборот, классно. В следующем будет интересно, как она будет все это возвращать. Нет! Кора, постой! Уходи. Хорошо. Но я хочу, чтобы ты знала, я с тобой. Нет, я говорю не об этом. Возвращайся в республиканский город, у тебя своя жизнь. О чем ты говоришь? Я больше не аватар. И не надо меня жалеть. Кора, мне все равно, аватар ты или нет. Слушай, когда тебя схватил Тарлок, я сходил с ума. Думал, что не увижу тебя. Я понял, что... О, нет. Я люблю тебя, Кора. Да ладно, он прикольный. Кора! Да ладно вам, он в этой серии нормальный. Вот если бы он не реабилитировал, понимаешь, я все еще по старой памяти. Не, вот возможно, он опять будет чудить во втором сезоне, но в этой серии мне Мака нравится. В этой серии он реабилитировался, но не сказать, что он загладил все приколы из прошлых серий. Хорош, он прям чудил на протяжении всего сезона. И мне вы хотите сказать, чтобы мне вот за это спасение? Спасибо большое. Я простила Мака. Надо набраться терпения. Потребуется время, чтобы она смирилась с тем, что случилось. Это невозможно. Так ее жалко. Смотри, сейчас магия воды начнет работать. Это был намек на суицид, что это было такое. Ну, вообще, с другой стороны, это такое... Да нет. Ну, просто так капелька упала. Я додумываю, но давайте немножко поразгоним. Ну, то есть такое... Ты прям, когда люди на фондовой бирже лишались всего своего, летели все с небоскребов, в эти же примерно, через 20 лет, когда случился кризис глобальный. А это деньги, ты прикинь? Это вот, а это вся твоя жизнь, ты аватар, это твоя суть. Это не просто ты рядовой какой-то маг. Но все равно... Но все равно, Рубин, ты растешь девочкой, ты знаешь, что ты... Да это ужасно, я не отрицаю, что это вообще конец света. Ты реально воспринимаешь это как инвалид. Я считаю, что сейчас что-то произойти должно. Не надо, Тензи. Я хочу побыть одна. Но ты сама позвала меня. Ай, это Анг! Ты наконец-то соединилась со своим духовным я. Как? Те, кто достиг нижней точки, открыты великим переменам. А, ты так это будешь делать? Я знала, что сейчас все разрулится. Ю-ху-ху-ху! Полетели! Охренеть! Кайф! Ой, ну ты тут как все, тут, блин. Все. Но он следил, чтобы вдруг что. Сейчас целоваться будут. Целуйтесь, блин. Я тебя тоже люблю.
Ну ладно, это мило. Такая мощная сцена. Круто. Я говорила, надо с духами связаться. Я что, тупая тут сижу, блин, совет раздаю. Вообще, ты везде угадала сегодня. Полностью. Ты связалась с духом аватаров. Она сейчас всем будет возвращать. Кайф. Это очень круто. Все, я боевон говорила... клеве... все, вернули, все. Я все, все. Спасибо вам большое. Какая кайфовая женщина, а? Лучшая вообще тетка. Только это лед. Это камни. А. А она еще до кучи еще и вернула. А теперь я еще льдом. Блин, я знаете, что подумал? Можно было из этого сделать действительно, наверное, классные несколько сезонов. Но представь, что она в поисках своего духовного я и вот соединение всех этих штук. Так, а зачем? Ей не хватало вот магию воздуха освоить. Она ее освоила. Не, ну вот смотри, давай. Она освоит цикл. Вот моя теория. Вот не ладно, не теория, моя сценарная такая набросок. Тропа. Тропа. Она ищет. То есть в поисках, как вернуть то, чем она обладала, но утратила, ну, можно она было находит бы, да, все-таки но... какую-то тактику, практику, способ. И все это через какой-то там невероятный опыт, через преодоление и так далее. Но здесь же как раньше были намеки на то, что все на самом деле люди в этом мире так или иначе с магией связаны. Просто кто-то родился заблокированной ее частью, а кто-то нет. И когда и многие говорили о том, что даже стихии, они все, по сути дела, питаются из одного источника. То есть аватар единственный, кто рождается с... Ну, то есть единственный дух, он же, понимаешь, в чем? Прикол не в аватаре, а прикол в его духе. Ну. А дух соединяется со всей этой штукой. И получается, что если бы Кора... нашла бы какую-то духовную такую практику внутри, давайте это так назовем, но все-таки такие вот это, такие ощущения, что она смогла бы научить всех людей соединяться с этой штукой, даже обычных людей. То есть даже обычный человек при желании мог бы достичь этого единения с магией. Нет, это не обесценивает, но я где-то думал, что, наверное, так мы пойдем. И это было бы вполне... канонично. Может быть, но мне нравится, что они вот так вот на счастливой ноте закончат сезон, что я не буду, что сезон не закончится, а я буду думать, ой, как же теперь, что же будет. Все, я счастлива, что я знаю, что все хорошо, Бэйфонг вернули магию. Ну, я понимаю, но мне хотелось бы, но это мои хотелки, я понимаю, что, наверное, это было бы прикольно, если бы так можно было сделать. Что думаете? Она не кинула. Спасибо. Я тобой очень горжусь, аватар Корра. Прикинь, сколько у нее работы. Клёво, всем возвращать мать. Там вообще, там 2 года просто сплошного туда-сюда. Кайф! Ой, очень это было лучшее. Да ладно, не лучше. Вообще, я полностью не согласен со всеми людьми, которые говорят, что... Кора — это высер и кал. Мне очень Мне понравился очень понравилось. Это очень хорошо. Да, ну, как бы... Наверное, потому что идет более бодренько. Наверное, не потому знаю, что... Ну, вот по моим эмоциям, хорошо. По моим эмоциям, которые у меня... Я не обесцениваю наш прекрасный опыт с Ангом. Не, Анг вообще... Великолепно. Тоже. Да, здесь есть вещи, которые щекочут тебя, но если смириться с условностями... аллюзии на современный мир, хрен с ним, это великолепное мы произведение. Уже привыкли к этому. Я как бы понимаю, что, наверное, как вы объясняли, что первый сезон люди еще как бы с вдохновением делали, и, возможно, те, кто говорит о том, что Кора говно, они говорят, про потому второй, что посмотрели третий, второй и третий сезон, быть. Забыв про то, какой прекрасный первый, но, возможно, так и будет. Типа, мы будем смотреть ну, все три лично сезона. Лично для меня... Первый не сезон знаю, вообще Коры по большому впечатлению. Ничем не хуже, чем все сезоны или для любой меня, какой-то сезон Для меня Анга. Во многих местах даже лучше. Здесь просто повзрослее, здесь гибнут люди, здесь есть последствия за магию, здесь есть много чего новенького и интересного, потому что все, ну, то есть там прям совсем было прям по-детски миролюбиво. Это не, хорошо. Ну, там другой был вайб. Не, ну там не, я не хочу сравнивать. Для это меня... два, да, это два абсолютно...
абсолютно вселенная одна. Там вообще был другой вайб, там были свои, блин, приколдесы, но это не хуже. Это вообще не хуже. Я как минимум точно. Возможно, жив. Реально они обосрутся во втором и третьем сезоне, мы пока об этом ничего не можем сказать. Будем смотреть, возможно. Возможно, засрем на фоне всего увиденного. По крайней мере, вообще абсолютный восторг. Очень хорошо все. Мне прям даже хорошо. Я горд, что мы это вместе прошли, посмотрели. Мне прям приятно, вот, что у нас в рамках этой реакции, что она прям классная. Я прям горжусь. И нашим злодеи проектом. Тут классные. И злодеи классные, и куча мыслей всяких, на которые тебя наталкивают. Нет, и философия, и аллюзии. И любовные линии. Ну, да, там тоже много чего прикольного. Короче, я ни о чем не жалею. Вы, возможно, я нет. Пишите не все, что вы думаете. Пока. Пока.